Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции, вирука следующая. Невроз, либо неврозы. Считают некоторые специалисты, я согласен с ними, что это состояние, переходящее в болезнь. И это болезнь, бомба замедленного действия, которая может взорваться и нанести непоправимые ущербы не то что нашему организму, а вообще организму в целом. Почему? Потому что невроз сопровождается общим ухудшением состояние всего организма в целом. Снижается ум, работоспособность, физическая, скажем так, активность. Человек становится вялым, слабым, скажем так, неустойчивым к стрессовым ситуациям. На фоне этого всего проявляются сердечно-сосудистые заболевания. Вот. Проявляются также болезни всего желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Все, в конце концов, приводит это к психическим расстройствам. Психика – это развитие. Человек остановился в развитии, вследствие чего болезнь настигла его, атакует его, провоцирует его, испытывает его, порабощает его. В общем, человека делает рабом. Вот такое простое заболевание, как невроз, либо состояние, переходящее в болезнь. Чем нам может помочь акупунктура при таких тяжелых заболеваниях? Как всегда, мы традиционно говорим, диагностика 12 меридианов – нам помощь. Нам нужно увидеть общие. Мы же сказали сразу, общий баланс нашего организма. Сопротивляется ли он болезни? Либо болезнь поработила его и опустошила его энергетику общую. И он, скажем так, им нет иммунитета. Организм никак не сопротивляется, вследствие чего, что болезнь начала шагать по нашему организму. И так шагает такими семимильными шагами, что разрушает все на своем пути. Чтобы этого не произошло, нужно что первое? Наладить баланс всех 12 меридианов и энергетики инь-янь, которые вытекают с общего энергетического баланса, если кто-то не понимает это. Это нужно знать. Причем здесь сердце? Все уже знают, кто смотрит внимательно наши видеолекции, что сердце является хозяином всех внутренних органов. И здесь, если общий энергетический баланс слабый, то и сердце подвержено слабостью, и все органы из-за сердца. Вот такая цепочка. Вот если вы эту цепочку будете, сумеете всегда проследовать в акупунктуре, вы всегда сможете с точностью помочь человеку, с легкостью помочь человеку и с точностью. Вот вам, пожалуйста, нормализуем сердце через точку S1 Цзюань, активизируем ее при слабости, при воспаленности расслабляем, вследствие чего мы сразу боремся со всем желудочно-кишечным трактом, который слабый, либо воспаленный. Центральная нервная система, потому что это нервная деятельность сердца. Вот. Психическое расстройство, вот вам, пожалуйста. Ну, скажем так, физическая активность. Почему? Потому что сердце дает много энергии, и когда у человека начинает бурлить новая энергетика, человек хочет по-новому жить. Это очень хорошо. Не заставишь человека не жить. Вот почему многие не понимают, когда болящему помогаешь человеку, чуточку он восстановился, все, он заболел по своему состоянию, он хочет жить. Нельзя остановить такого человека. Потому данное... лекция вам в помощь, уважаемые зрители, при любых проявлениях состояния невроза и уже состоявшейся болезни невроза, которая что? Рушит наш с вами организм в целом. Спасибо за внимание.